меня разговор есть к тебе. Мы, Соловьев, с тобой действуем как сознательные советские граждане. И что? Все! Несчастный случай! Хоть это нас один с тобой. Учитель. Да ни хрена не знаю. Ты умный парень. Разберешься, что правильно. Ничего, держитесь, работайте. А дымом занимаешь? Без огня. Давайте, прощайте. Вот. А откуда? Так от ребенка избавляется. А вам, значит, повезло. Мам. Вы, голубчик, у нас как святой Себастьян. А кто не эти святые? Всегда быть в маске судьба моя. Та-та-та-та-та-та-та, Сингапуры, пуры. Очень почетно во всем мире быть гражданином страны, народ, который разгромил фашизм. Я без жены на родину не вернусь. Еще надо разобраться, где ваша родина, гражданин Лещенко. Ну и зачем ты с ним так? Удивляюсь я на тебя, Сергей Никонорович. Ну, не дать, не взять. Мягкотелый буржуазный интеллигент. Бегал, все, суетился. Hello. Ну, наконец-то. Отдыхать не умею. Вы знаете, я в последние дни все думаю. Даже как-то непривычно. Можете мне поверить. И высокие благородные замыслы, даже завидно. А такие замыслы, в которых очень много благородства, очень мало шансов на успех. Постоянно вращаешься в сфере возможного, достижимого, но душа-то мельчает.